друзья мои, покажу вам сейчас, как я делаю тостер. Тост. Посмотрите, короче говоря, я разрезаю буханку на две части. Сначала обжариваю внутренней частью, затем переворачиваю и внутрь, вот прожаренная горячая, я кладу сыр. И потом вот этой тарелочкой прижимаю. Не хуже, когда нет тостера. Вот так я недавно это все придумала сама. И вот ночью тоже делаю такую ашкему. И сейчас готовлю ему завтрак. Вот, ему очень нравится. Так что пользуйтесь так, делайте. Он сам в шоке, что я все могу. Приятного ему аппетита, Ашкему. Всем привет, друзья мои. Кружка приехала. Вот я, друзья мои. Уже помоги мне. Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом. Пока-пока. Эндер пришел с прогулки. Смотрите, что он мне купил. Коврик для фитнеса, для моей йоги. Он мне хотел купить, но я, знаете, что хотела сделать по-другому. Я хотела заказать в интернет-магазине у Кати йоги самой. Там хорошие очень коврики. Вот это я хотела, потому что этот коврик можно сложить в чемодан. Ну, и то хорошо, спасибо мужу. А вот он все-таки решил мне купить. Вот теперь я буду заниматься на этом коврике, да еще такой красивый цвет. Мой любимый. Вот такое вот у меня будет сегодня. Завтра с утра буду заниматься на этом коврике. Еще Ашкин принес мне мороженое. За меня думает мужичок мой. Спасибо ему. Офетулся он после душа. Я буду кушать фруктики, свои фруктики. Всем привет, друзья мои. С вами мы, Светлана Эндерата. Сегодня мы решили погулять в парке и сфотографироваться. Фотосессию. Ашкин мой. Ашкин фотосессию делает. Фотосессию. Парк наш. Мы ходили за лекарствами и решили тоже снять фотосессию. Жара страшная. Мой Ашкин. Я надели шляпу. Вот такой вот у нас парк красивый. Ничего интересного нет. Каждый день одно и то же. Жарища страшная, пристрашная. Вот и наш дом. Ашки Бизим Даевче. А вот мой оператор. Селям. А? Привет, ты. Мои хорошие. Мои хорошие. Мои хорошие, как иностранец. Короче, друзья мои, пошли мы домой. Невозможно. Масал парк, сказка. Эвет, Белиорла. Невозможно. Невозможно ходить. Сейчас 4 часа дня. Мы быстро пошли, пришли в аптеку, сходили. В общем, такие вот дела. Вот, Ашкин снял шляпу, я его заставила, говорю, одень мою шляпу. Черную он не захотел одевать. Я говорю, как на пенсионера похож. Адешки, мэвэ. Какое мы место красивое нашли. Несмотря на то, что жарко, посмотрите, сколько людей в парке. Видите, пикник. Ой, я тоже так проголодалась. Сегодня буду курицу на соли жарить. Какая красота! Боже, какая красота! Так здесь прохладно! Такая красота, прохлада! Супер! Уф. Мы уже прибежали домой, и я сразу же поставила... Ой, какая горячая она стала! Курицу! И что я придумала? Сейчас... Одним махом двух зайцев поймаю. Вот смотрите, хотя говорят, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Но я думаю, что сегодня это не в моем случае. И вот так я соль выложила, курицу положила. И смотрите, рядом вокруг я положу баклажан. Как вы думаете, получится у меня что-нибудь? Или надо на что-то по-другому придумать? А почему бы и нет, думаю.
поместится. Так будет печься оно. Сейчас я переверну противень. Температура у меня 200 градусов, 220 даже. Вот, отлично получилось. И супер, девочки. Вот так выглядит у меня сегодня обед. Икра баклажанова буду делать. Ну все, будем ждать теперь время. Поставила где-то на час. У меня хорошие новости. Посмотрите, наш аквапарк, идут подготовки. Так что скоро мы будем купаться. Вот как говорили, 3-го откроют. Точно. Сейчас с другой стороны попытаюсь снять. Тут же мы так эту... Ой, не видно. Ташкин так закрыл все. Нифига не видно. Не видно, друзья мои, с другой стороны. Ну вот что видно. Кусочек видно, друзья мои, что все. Аквапарк открывается. Моя курочка жарится. Столько детей здесь. Ну вот, моя курочка готова. Сегодня она покрасивее, потому что я подольше ее оставила. Жир весь стек. Вот сейчас буду доставать синенькие, чистить. И вот, вот такой вот у нас ужин вкусный. Правильное питание везде. Посмотрите сейчас. Тут салат, тут чиджек. Вот этот мой муж с ума сходит. Даже с семизотой, которая растет на балконе у меня. Вот вчерашний кассир. Ну вот у нас такое будет супер еда. Уже начало 7-го. Светлана очень проголодалась. Ашкин с той стороны помыл балкон. Сейчас, кстати, проверим вместе с вами. О, молодец, Ашкин. Молодец, мой дорогой. В общем, помогает мне муж, помогает. Сегодня он не идет гулять, потому что сегодня идет опять чемпионат по футболу. Кстати, себя не показываю, потому что я опять в сарафане. Буду только показывать в одетом виде себя. Чтобы не раздражать некоторых. Всем привет, друзья мои. А я иду на маникюр и педикюр. Приехала моя Асенька. И у нас назначена встреча. Познакомлю вас поближе с ней еще раз. До связи. Сегодня, Мираба, свадьба у нас на районе. Подготавливают кресло, но я ухожу, не знаю, когда вы вернусь. Те соседи, которых мы не знаем. Я рассказывала раньше в видео, но, наверное, всего интересного не покажу вам, но, может, и успею, так как свадьбы проводятся у нас по вечерам. Может быть, и успею показать вам. Друзья мои, вот соли-центр. И я опять заблудилась, потому что спустила, доехала ниже. Вот, вот такая вот я. Ну, путаюсь вообще. Машина ж не перейдет. Сейчас надо ждать, чтобы перейти. Вот тут, по-моему, в этих домах прямо живет моя Асенька. Все, перехожу дорогу. Аккуратно. А то никто не остановит, переедут. Я тут семитиковый булочек набрала на завтрак моя Асенька. Вот так вот я дошла почти, я так думаю. Господи, когда я наконец-то изучу этот Мерси. Через 150 метров. Я попала в самую жару, 12 часов дня. Поверните направо, затем Хорошо. Поверните налево. Спасибо, дорогая, подсказывает мне. Так, ну вот это Бибек. Где Бибек? Поверните направо. Боже ты мой. А, вон остановка. Путешественница я, друзья мои. Путешественница. А Бибек я так и не увидела. Бибека нет, магазин детский. English Home. Все. По-моему, я вышла там. Сейчас надо на этот парк. И, по-моему, дошла. У меня сейчас солнечный удар случится. И Светлана опять затанцует. Как я вчера танцевала, радовалась от счастья. Осторожно, лестница.
парк. А тут как раз в этом районе и Надя живет, Наденька. Все, выключайся. В таком я парке. Надеюсь, я не заблужусь. И с большими трудностями я нашла мою Асеньку. Заблудилась Светлана опять. Сейчас Ася будет мне делать красоту, наводить. Асенька, появляйся. Ася, пришла. Ася, что принесла? Будем красоту наводить. Ася в этот раз привезла свой аппарат. Все, теперь я не буду мучиться. Разные разные штучки. И мне шоколадку российскую привезла Аленушка. Вот наша Асенька на своей кухне. В этот раз приехала с папой и с племянником. Папа вот первый раз в Турции, да, первый раз? И ему очень понравился Мирсин. Вот, а у вас так нету там, да? У нас такая тишина в городе. Правда? Вообще, на улице никого не увидишь. А тут все же гуляют, жизнь кипит, бурлит, везде вся красота. Представишь, сколько лет он там жил? 25 лет. 25 лет жил в Ханты-Мансийске. И вот приехал Мерсин, и вот и решил сразу же остаться. Так что вот папа остается, да, влюбился в Мерсин, и мама потом приедет. Да. Вот такие вот дела. Ибрагим будет поступать в университет, и мы вам племянник. Все расскажем, что к чему, если кто-то хочет поступать в университет, какие нужны для этого документы, ну все прочее. Да. Если вам это интересно, вы пишите в комментариях, мы вам все потом расскажем. Да, интересно, интересно людям, даже говорить не надо, все надо рассказывать. Ну все, хорошо. У Асеньки вот квартира находится в Соли-центр, вы знаете, куда я шла. Но пока вот кухня вот такая, у нее вся почти все есть. А в других комнатах папа сейчас все постепенно с Асей купят. Да, пока еще не обставили. Потом вам покажем ее квартиру. 3+1, да, у тебя квартира? Да, 3+1. 3+1 квартира у нее. Ну вот как-то так. Ну все, мы сейчас будем приступать к работе. Видите, как хорошо, когда все свое, да? Слава Богу, вообще, да. Это просто кайф. Ну все, удачи нам, ждем результата. Смотрите, какие пальцы. Сейчас потом увидите. Да. Естественно, педикюр тоже она мне сделает. Сняли лак. Посмотрите, какой красивый у меня маникюр. Сейчас покажу, чтобы вы видите, как он переливается. Друзья мои, обалдеть! Посмотрите на эту красоту. Как называется это, скажи мне? Втирка-русалка. Втирка-русалка. Техника нанесения лака. Вот тут мраморный такой у меня блестящий, вы видите? На мои короткие ногти сейчас самый оптимальный вариант. Вот буду отращивать. Через пару месяцев у меня будет красивый ногти. Столько у нее лака вот здесь из Асеньки. Видите? Асюнечка. А у Аси покажи свой. У меня жемчужная втирка. Ага. Видите, как тоже переливается. Разные-разные. Здесь сейчас белый самый актуальный, да? На лето самая бомба. Ну все, сейчас переходим мы на педикюр.